We were right. The NSA has shut down the entire exposition center. They're using regular army to box the place up. They've got guards patrolling everywhere. I'll have to be careful. Don't want to kill any innocents. Sure you don't need any help? You stay with Teresa. I'll stay out of their way. Hold on. You found something? We're in the ancient Charn exhibit, setting up for the final phase of the operation. We've got a box of data disks here. You want to come check it out? On my way. You stay here and stand watch. Holman claimed he didn't give Zing any information, but I don't believe him. Logan might just show up tonight. Yes, sir! And stay out of sight of any army grunts. Our operation here is totally black box. The last thing we need here is a jurisdiction squabble with the NSA. Привет, ребята! С вами Каиса, и я продолжаю играть в Siphon Filter 2 на харде. Перешел на второй диск. Фарком, экспоцентр. Не помню, какие тут условия. Могу ли я стрелять? Вообще их тут двое. Может и не могу. Попробуем. Логан! Так, ну понятно, что он меня заметил. По-другому бы и быть не могло, но в них я могу стрелять, и нету тут пока стелса. Конечно, Логан. Так, у меня есть вот это вот оружие, оно поскорострельнее, чем обычный пистолет, и тоже вроде с глушителем. Логан еще в костюме специальном. Так, ну тут я ничего не вижу, поэтому не знаю, есть ли что на этой стороне. Давай посмотрим. Да, будет здесь момент какой-то жесткий, я помню, в этом уровне. И стелсовый. Но пока до него еще надо дойти. Пока идем вперед. Опа. Ночное видение. Да, вот это прикольная штука, конечно, у Логана. Прибор. Очки вот эти вот. Так. Кто там? Есть кто-то? Ага. Здорово. Опа. Да тут толпа. Тут целая толпа понабежала. Ну давай. Так, они что, вообще не перемещаются? Интересно. Ага. Да что такое? Так, один есть. Где второй? Ага, третьего вижу. Выходит. Ну давай, выходи. Та самая локация из первой части. Надо снайперку брать. Блин, быстро он перемещается с места на место. А, у меня патроны закончились. Да ну нахрен. Ну понятно, ничего тут, короче говоря, не было, можно смело устраивать огонь тут. Да. До хрена потратился.
Так, вот тут лучше снайперку, наверное, взять. Сейчас, сразу. Еще одного остановили. Так, там еще один пытается меня выцелить. Ну давай, появляйся. Опять спрятался. Ох, тут еще один. Ты где? Ага. Я тебя понял. Сзади откуда-то подошел. Я его сразу-то не заметил. Не, ну насчет этого-то понятно. Без конца бегает. Суетится. Сейчас стоит на месте. А нет, вот. Вышел из укрытия. Так, давай я автомат возьму. Так, колонну тут поранил. Опа, опять спрятался. Да куда ты? Я тебе бежал куда-то. Давай, выходи. Там спрятался за колонной. А, у меня гранаты нету случайно? Нету. Короче, надо ждать его, вылавливать. Не выходит. Валился даже. Так, что будем делать? Не знаю. Давай с этой стороны попробуем залезть. Есть, готов. Наконец-то. Так, и жилетик у него есть вот. Очень вовремя. Налево, направо. Куда пойдем? Справа ящики, слева. Ага, вентиляция. Нам вентиляцию. Совсем другой маршрут. Так, а где чекпоинт? Нету чекпоинтов. Меня это напрягает. А, вот, дали чекпоинт, ура. Так, а тут-то куда? Опа, опа, опа. Ты откуда взялся? Я думал, я тебя убил. Откуда ты взялся? Опа, еще один. Готов. Еще есть кто? Никого не вижу. Ага, есть такие. Да чтоб тебя... Как я так промазал? О, он сообщил всем, что тут Логан, да? Так, тут, кстати, броник есть. Ну, сообщил он, подумаешь. Врагов будет больше? Ага, я вижу.
Там еще один стоит. Логан! Так, еще кто-то пришел. Двое. Здесь никого. А, здесь тоже есть чайник. Да. Ох, я стреляю. Такого быстро убить. Ну, пока везет. Ты где? Тихо. Готов. Так, кто-то там еще прячется один. Ага, он уже сместился. А броника нету? Блин, у меня броник закончился. Это печально. Если там сейчас кто-нибудь меня загасит, мне придется переигрывать. И где тут залазить? Понятно, что надо наверх. Так, опа. Еще чекпоинт дали. А с какого хрена? В таком месте давай чекпоинт. Это же смерть. Ага. Я что, успею тут этого загасить, что ли? Тэ! Ты посмотри, зачем мне давали чекпоинт в таком месте? С таким хп. Да ну нахрен, я даже спрятаться не успеваю никуда. Где, блин? Ага, я тебя вижу. Ну, выйди еще раз. Готов. Так, может, у него броник там есть? Нет у него броника. А вот у меня вообще... Один выстрел, здоровье. Зачем-то дали еще чекпоинт. Ладно, залазим в вентиляцию. Погнали. Направо. Налево. Направо. Направо. Ага. А тут, по-моему, кто-то скрывается, нет? Да, вон стоит. Армейский. Армиджи. Блин, его, по-моему, трогать-то нельзя как раз. Условие какое-то было. По-моему, армейского трогать нельзя. Я имею в виду убивать. Вырубить-то вроде... Ага, сразу он меня заметил. Посмотри, надо было его вырубить. Блять. Да.
Да чтоб тебя! Он же должен отбегать, прятаться. Вообще крайне неудачное место для чекпоинта, да? Сразу валит. А тут я сам убился. Мне срочно надо другой чекпоинт. Мне нужен. Здесь не получилось отсидеться. Нужно найти такое место, где можно было. Потому что попасть вот тут вот очень сложно. Сразу убивает. Я пока начну прицеливаться вот сейчас. Он меня уже убьет. Я даже не вижу, куда стрелять. Очень быстро убивает. Да чтоб вас. Тут нельзя спрятаться. Все. Готов. Да, крайне неудобное место. Давай возьмем вот это оружие, как оно. Вот этот арбалет. Оно поможет. Надо солдата немного оглушить. Вот этой штуки. Так я не убивал. Подожди-ка. Она же не убивает, эта штука. Не понял. Или в голову нельзя стрелять ей. Да, я, наверное, ошибся. В голову нельзя было целиться. Надо было в ноги. Там, в какую-то другую часть тела. Почему вот здесь вот нельзя выпрыгнуть? Что мешает? Давай в ноги. Во, в ноги можно. Так, по-моему, сейчас еще один придет. Snyder hasn't reported in. Let's check it out. Damn, this is bad. Call Commander and tell him we have an intruder. Too much interference in here. I'll head back and put in the call. I'll stay here and look around. Один отбежал. Так, давай вот этого спать положим. Так, а куда он убежал? Вопрос. Мне туда идти, что ли, вперед? Или тут тоже? Опа, кто-то заметил. А кто заметил все? Не понял. Я же никого не видел.
И опять чекпоинт не дали. Да что ты? Кто он убегает за ящик, кто не убегает? Хрен поймешь его траекторию. Здоровье вообще единица. Да. Я все-таки не понял, там кто-то был или не был. Как меня спалили, кто? Когда второй там убегал вообще далеко. Удивительно. Эх, давай еще раз попробуем. Вот кто тут заметил? Ну тут понятно, что я сам резко побежал. Надо дождаться вот этих идеологий. Snyder hasn't reported in. Let's check it out. Damn, this is bad. Call command and tell them we have an intruder. Too much interference in here. I'll head back and put in the call. I'll stay here and look around. Так, вот один убегает. Этот остается здесь. Может, там кто-то подглядывает еще? И кто заметил? Не понял. А, или ему сообщил кто-то по рации сейчас. Да, возможно. Наверное, кто-то меня там сбоку увидел. Надо было все-таки слезть. Может, я кого-то не засекаю через эту вентиляцию все равно. Но тут я никого не вижу. Как-то видит.
Очень интересно. Как это вообще происходит все? Снайдер hasn't reported in. Let's check it out. Damn, this is bad. Call command and tell them we have an intruder. Too much interference in here. I'll head back and put in the call. I'll stay here and look around. Так, давай попробуем слезть отсюда. Как залазили. А, нет, вот этот меня видит, понятно. Значит, его надо с этой стороны обходить. Да, я... А кто сейчас заметил? Я же не попадался сейчас никому на глаза. Странно. Или надо было все-таки сперва того догнать, сообщить ему. Точнее, не дать ему сообщить по рации. Да, наверное. Да, бесячий вот этот стелс в этой части игры. Приходится одно и то же Snyder hasn't reported in. Let's check it out. Damn, this is bad. Call command and tell them we have an intruder. Too much interference in here. I'll head back and put in the call. I'll stay here and look around. Все, не успел он ничего сообщить. Вот этому, видимо, он сообщал. И сразу поднималась паника такая вот. Тут надо аккуратненько перелезть из ящики. Подойти сзади. И вот этого порешить. Так, где мой чекпоинт? Есть, наконец-то. Только здоровья ни хрена нету. Ой-ой-ой, место-то какое нехорошее. Hey, come here and take a look at this. She's hot. Is this last month's issue? А, это солдаты, твою мать. Их нельзя убивать. Take a look at this. She's hot. Is this last month's issue? Yep. I don't think anyone will miss this. Do you? Давай, ходи отсюда. О. Got it. Так, это вот нужно для мультиплеера, я так понимаю. Так, тут еще один солдатик. Я тоже вырубил. Идем дальше. Там тоже, по-моему, сейчас какой-то сложный момент будет. Опять стелс. Все на стелсе завязано. Куда я сейчас выхожу? Ой-ё, это же ракеты. Да,
то самое место вот из первой части. Опа, солдат, твою мать! Как он меня не спалил сейчас. Удивительно. Так, а можно ему в голову стрельнуть? Можно из арбалета. А можно просто перелезть через ящики и... сзади его глушить аккуратненько. Так, и что дальше будем делать? Залазить на ящики, наверное. О, там еще какая-то цель ходит. Твою мать. Где он? Мне что-то с ним надо делать. Значит, он меня сейчас увидит и спалит нахрен. Вот эту, может, штуку возьмем. Так, ты уйдешь отсюда? А он, все, он отходит. Но на время отходит-то, наверное. Он сейчас опять придет, я думаю. Ну да, вот он приходит. Так, отвернись. Есть. Чуть-чуть использовать этот арбалет не помешает, я думаю. Так, можно залезть повыше. Куда тут стрелять-то надо? Не пойму. Или вот сюда. И разбегаться надо, да? Точно. Так, вон там есть вентиляция. Наверное, мне в нее. Но можно сперва сходить, наверное, вот сюда. А, нет, нельзя. Категорически тут перекрыто все ящиками. Значит, без вариантов полезли в вентиляцию. Погоди, а там выше этажа разве нету? Есть. Только мне туда нельзя пока залезть, видимо, никак. Ладно, полезли в эту вентиляцию. Опа. Logan just went rat. Get some men in those vents. Вот этот в костюме пробежал, хрен. Я его могу вырубить отсюда. Вот он. Оп. Блин, он в жилете. Это плохо. Ага. Готов. Как-то туда мне можно будет все-таки залезть, где он был. Пока что я этого не могу. Ладно, пошли по вентиляции дальше куда-то. Ой, не знаю. Тут нет никого, надеюсь. По вентилятору. Опа. I've intercepted some agency radio traffic. Not gonna like this. Go. The final phase of their operation tonight? They're going to destroy the expo center. They're packing explosives into the ancient China exhibit. It's the structural center of the building. When it collapses, the whole place will come down. Got it. Okay. I want you and Teresa to pull back.
Put at least half a mile between you and this building. But Gabe! Do it! I'll take care of the explosives. А, вот дали чекпоинт все-таки. Нет, эту вентиляцию нельзя разрушить. Оп. Опа! Ты отчаянный. Хм, блин, у меня и гранаты, и пистолет были. А, я его уже завалил. Готов. Броник? Нет, гранаты. Лучше броник дали. Идем куда-то мы дальше. Опа. Следующая хрень. Это я уже на верхнем этаже, да? А, знакомое место. О, чуть-чуть броника есть. Окей, возьмем. Знакомое место. По первой части игры. Так, по-моему, солдат есть. Да. И не один. Так, а я могу вообще их не трогать? Я бы мог стрельнуть из этой штуки. Арбалет. Опа, вон они. Люди. Готов. Хорошо, упал. Ага. Че, он меня не видит? Странно. Да кто там еще стреляет-то? Нахрена тебе? Охренеть, как он мне так быстро прицелил, а? Что у него за оружие такое? Так быстро целится. Жесть. Гранаты-то мне дали, конечно. Не знаю зачем. Мне надо, наверное, винтовку брать, заглушить ее. Она как-то понадежнее будет. Ну давай, выходи. Я тебя только что видел. Ты где? Ну вот он. Готов. Готов. Сколько у вас тут? Что, это все, что ли? Не верю. Неужели это все? Да, комбат шотган тут, конечно, никакого нет. Не, правда, что ли, никого нет больше? Никто не убьет. Вау, ящики заставлены. Не, ну сейчас лучше сменить оружие. Ага.
А тут обычные ходят. Где он? Готов. Не знаю, с какой стороны. Тут все переграждено ящиками. Наверх лезть. Не знаю. По-моему, этого не нужно делать. Если только там что-то полезное. Сейчас посмотрим. Ну, вентилятор. Здесь я не пройду. Значит, бесполезно что-то искать. Ну ладно. Вау. А чё-то он не скатился, как обычно. О, тварь! Вот это было неожиданно. Сразу в голову попал. Да, опять все заново. Давай, подбежим. Да чтоб меня... Меня бесит эти миссии. Чекпоинты подолгу не дают. Нет, это не третья часть. Ой, мне гранаты попал на этот раз. Охренеть. Не полезу я наверх на сей раз. Смысла нету. Только броник возьму здесь этой. Я могу туда гранату смело кинуть. Если там из-за угла так подлинно все происходит. Выходи. А, идет. Где? Мать твою. Все что? Еще один. И еще один где-то здесь ходит. Где он? Ага. Готов. Так, из-за угла говорите, да? Давай-ка я гранату вот так вот кину. Не попал. Попал. Готов. Так, ну идем дальше.
О, тут солдатики. А вот тут нехорошо. Он сюда идет. Или не идет. Я могу, конечно, вот эту использовать. Чекпоинт так и не дали. Не, он, по-моему, не идет сюда, он туда-сюда ходит. Кажется, что он идет сюда, но на самом деле не идет. Давай вот это используем. Так, тут, по-моему, еще один где-то прячется. Оп. А, вон стоит, вижу. Ладно, не буду тратить арбалет. Минус два солдата. А, вот тут наверху вентиляция теперь. Наверное. А здесь что? А здесь ничего, тупик. Полезли. Так, слева вентилятор, справа путь. Опа. Два этих чайника. Чё, чекпоинт не дают? Надо гранатку, наверное, кинуть ее. Фу. Твою мать, я чуть себя не подзорвался. Готово? Как считаете? Да готово, готово. Возможно, даже первые еще гранаты убил. Это... Ну, наконец-то дали чекпоинт. Дальше куда лезем? Ух. Налево, направо. Где-то за стенкой. Твою мать, теперь они мне кидают гранаты. Хорошо, что мне чекпоинт дали. Так, а как же мне их убить-то? Мимо пройти, что ли? Наверное. Так, ну допустим, я куда-то вылез. Вот тут они были, да? Или не были? Но я никого не вижу. Здесь никого. А, вон стоит. Только это, по-моему, военный. Ну да. Вояка. Может, его вот этой штукой? Хотя, зачем тратиться? Так вот аккуратно слазим.
Сзади подходим. И начинаем гасить потихонечку. Так, второй стоит близко. Тоже. Довольно-таки. Так, тут все ящиками заставлено. Однако я его вижу. Готов. Так, что дальше? Хрена узнаю. Чекпоинт дали. Ура. А, этот, как его? Музей-то. А, вот тут я долго, я вот помню, залипал. Мне приходилось даже ждать вот этого, пока вот этот подойдет. Придет сюда. Там один палит, я помню. Один не видит ничего. Может, кстати, можно с арбалета стрельнуть. А чё, идет кто-нибудь, нет? Да вроде идет. Так, ну вот он. Пошел. Ай, спалил, второй не успел. Надо было быстро его. Ладно, я сейчас попробую арбалет. Зачем он мне нужен в таком количестве? У меня еще две стрелы вот тут есть. Может, не жалеть его особо. Не успел. Тут главное еще что, чтобы не увидели они друг друга, свои тела. Не так все просто. А кто увидел? Кто-то увидел уже. Кто-то зоркий. Эх, может, тот, кто палит как раз? А тут, по-моему, стоит солдат такой и палит все. Ага. А, его, кстати, можно вырубить. И тогда он не будет мешаться. Отлично. Я, наверное, так и сделаю. Что-то никого не вижу. А, вот идет. Давай. Спускайся сюда. Или это не он спускается? Подожди. А, нет, второй спускается. Вот. Ну как ты меня увидел-то, блин, я же... Ох... Он не должен был меня сейчас замечать. Тут их двое. А, этот, наверное, труп увидел. Вот что я подумал. Damn.
Да, он труп увидел. Надо быстрее его вырубать, короче. Сейчас я не попал почему-то. И как? Я удивлен. Шаги делают такие же вот. Как он палит? Так, где второй? Убивать его, конечно, нельзя. Заметил. Ладно, давай сделаем следующим образом. Я дождусь вот этого. Да, этого гасить, конечно, нельзя, потому что они друг друга видят. А если я вот тут спрячусь, он меня заметит, интересно. Вон идет. Не заметил. Вот этот тоже ходит туда-сюда тут. Я бы его из арбалета вырубил, конечно. Хотя мне того хочется поймать еще. Все-таки. Так, у меня еще одна стрела остается. Как раз вот на этого. Нет? Я же вроде там больше никого не видел. Так, вот тут у нас вентиляция. Вот, судя по всему, мне надо вентиляцию сейчас лезть. Полезли. Вентиль слева, вентиль справа. Не вперед. Опа. Прибор ночного видения сработал. I can't see a damn thing. Command says the power went out for this section of the building. We're supposed to stand ground until they get it back online. What would knock the power out? Hell if I know. А, это египетский зал. Ух ты, тут армейский ходит.
Чекпоинта не было. Тут тоже армейские все. Блин. Они же меня спалят сейчас. Конечно, темнота. Вроде как. Может, и не спалят. А нужны они мне вообще? Ну, похоже, нужны. Тут-то я ничего не нахожу. Блин, ну мне как их убивать-то надо? Двое перемещаются из них. Вот этот вот. Еще один. Еще один перемещается. Ага, вот тут он даже стоит 5 минут. Можно подойти смело его. И зажечь. Шокер. Так, вот он опять идет. Сейчас будет стоять. Я такой... Хопа! Египетский зал. Египетская сила. Так, вот третий. Хопа! Так, что, все что ли, готово? Больше я тут ничего не вижу. Дайте чекпоинт. А ты? А, это вот этот зал. Я его помню. Здесь тоже, по-моему, толпы ходят. Только не знаю, кого. Солдат, не солдат. О, дали чекпоинт, ура. Можно что-то делать. Логан came this way. Где это? Those GIs and get in here. And you're gonna need your night vision goggles. Это солдаты, что ли? Нет, это не солдаты, это люди этого в костюмах, которые как-то они меня учуяли. Да, их много, по 3 штуки вылазит. Logan came this way. Finish those GIs and get in here. And you're gonna need your night vision goggles. Им даже плевать, что я... То есть они меня прекрасно даже в темноте видят, вот, в отличие от военных. Им вообще плевать на то, что тут света нету. Они, наверное, в таких же этих, я так понимаю, обмундирование. Готов. Так, ну минус 3. И, по-моему, здесь будет конец миссии, да? По-моему, здесь. Мне в китайский какой-то зал надо попасть. И там вот будет следующий босс. Блин! Хорошо, что я не помер. Мне же тут надо прыгать по кругу. Или не надо? А может и не надо? Да нет, вон туда мне вентиляцию надо залезть. Значит, надо прыгать. Твою мать, а чё же он перепрыгивает-то? Как же я залезу? Или мне можно вот здесь залезть?
кем-то он разговаривает. Не понял. Да что-то не получается вот так вот залазить. А здесь почему-то он перелетает. Вот он не должен по этой штуке перебираться. Сейчас нормально все. Да вот почему он перепрыгнул сейчас? Не пойму я. Эти автоматические прыжки, блин. Надо камеру поворачивать настолько, чтобы он не улетал далеко. О. И вот отсюда уже вентиляцию надо лезть. Понятно. Че, все что ли? А, нет. А че не идем-то? Не понял. Объектив чего? А почему не идем-то? Incomplete. Objectives incomplete. А почему не проходим? Не понял. Ты что, издеваешься, что ли? А почему он не может пройти? Я что-то пройти не могу. Что за баги? Пошли, игра. Не понял. Не проходит и все. Или мне не сюда? А куда тогда? Бред какой-то. Больше-то некуда. Не желает почему-то проходить. Здесь он отлично идет. Что-то пропустил, конечно. Но я не дошел там, конечно, кое-куда. Ну, не знаю. Целей никаких нету. Бред. Что-то я не помню такого, чтобы он застревал и не шел в люки. Вот не идет он дальше. Почему-то. Что за баги?
Почему он не идет? Не пойму. Что мешает ему идти вперед? Дай-ка я начну с последней контрольной точки. Не нравится мне это. Restart от last checkpoint. Да. Какой-то глюк. Logan came this way. Finish those GIs and get in here. You're gonna need your night vision. Ну вот, я их опять завалил. Сейчас опять не заберется. Даже вот это устройство снять нельзя. Оно автоматически одевается. Вот он что-то сообщает. Там он почему-то застревает. Это бред, конечно. Дай-ка я сделаю автосохранение на всякий случай. В европейской версии такого точно не было. Он так застревал. Явно же идти сюда надо. Или может я неровно залез как-то? Objectives incomplete. А задом я могу пройти? Задом не получается пройти. Все. Почему-то застрял он тут. Хотя непонятно, что мешает вообще здесь пройти. Я не понял. Тут же нет ничего. Получается, здесь невидимая стена, что ли? Тут должен быть проход. Гранату будут кидать туда? Кидает. Почему же сам-то не идет? Да. Это явно какой-то баги. Какие-то баги. Тут вот броник есть, но он мне не нужен. Отсюда я пришел. Здесь я вроде ничего не видел. Или мне туда вот надо? А, может я что-то не сделал? Действительно, поэтому оно меня не пускает туда. Ну-ка, давай-ка посмотрим по целям. Морган. Plant Snacks Ancient China по вентиляции. Plant Decoy to Distract Morgan Guards.
Не понял. А здесь у нас ничего не было такого. Может, я пропустил что-то? Ну, не убивать вот этих, это понятно. Дистракт Морган Гвардс, Морган Гвардс. Ну, перебить охрану, что ли? Я их перебил вроде. Не, ну обычно он так не застревает. Я, конечно, посмотрю, может, я что-то забыл сделать здесь. По-моему, я тут все уже сделал. Охрану я перебил. Даже всю. Кнопок я тут никаких не вижу. А, ну это вот оттуда я, да, получается? Там я находился. Да. Вернуться назад, наверное, я не смогу. Тут вот ящики, здесь склад. Погоди, или могу? Нет, вернуться, возможно, я могу. Но мне туда точно не надо. Наверное. Зачем мне туда? Я ж там был. Сюда я пришел. Вот из этой вентиляции я вылез. Тут меня еще гранатами кидали все. Может, там кого-то я не убил? Не, ну цели-то есть. Ага. Только мне туда не вылезти все равно. Цели есть. Да. Не очень оно понятно. Логан came this way. Finish those GIs and get in here. Да чтоб тебе. Не знаю, что это за баги такие. Он не может пройти по вентиляции. Logan came this way. Finish those GIs and get in here. And you're gonna need your night vision goggles. Твою мать, здоровья вообще мало. Добили. Logan came this way. Finish those GIs and get in here. And you're gonna need your night vision goggles. А, я могу, в принципе, гранату им кинуть.
Logan came this way. Finish those GIs and get in here. You're gonna need your night vision. Только никого она не зацепила. К сожалению. Поэтому они быстро набегают. Надо заранее кидать. Логан came this way. Finish the... Во, вот это вот отличный бросок. Вообще без шансов. Так, а может мне не надо подходить, слушать тот диалог? Все-таки, блин, бредово это. Давай я сохранюсь опять-таки. Quick save. Не, первый раз я такой баг встречаю. Бред. Не идет и все. Хоть ты тресни. Не идет и все. Ну, допустим, загрузка. А что толку? Застрял в канализации. Leon, I think I found a way to the China exhibit. Может, я все-таки что-то не сделал, прежде чем идти туда. Plant decoy to distract Morgan Guards. Может, мне надо было все-таки тех гранатчиков устранить? Возможно. Короче говоря, сейчас я буду квиксейвом пользоваться. Мне это уже напрягает немного. Как мне их устранять, если там они сразу гранаты кидают? Не дают мне шансов никаких. Вот, та самая вентиляция. Здесь я ничего не смог сделать. А, вернее, я здесь был. Они где-то там появились. Может, их мне надо сперва устранить, чтобы пройти дальше. Два окошка я вижу. Я как посмотрю. Но я не успеваю. Они слишком быстрые. А, я вижу эту охрану. Только я там был. До этого вот их там не было.
Может, они восстановили здесь? Я-то зал... О! Вот что надо было сделать. Leon, I'm planning the decoy now. Be ready to trip in on my signal. Got it. Твою-то мать, а? Почему я вот про это вот... Да, вот что значит, играю я в английскую версию. И он меня, игра меня сама не пускала по вентиляции вперед. То есть плевать на эту охрану уже. Все, можно уходить отсюда. Надо теперь пройти нормально. Ну давайте, бросайте. Так, первое. Вторая. Поздно. Все. Так, ну сейчас должны меня отсюда выпустить. Это уже конец миссии, я так понимаю. Пошли прыжки вот эти вот осторожные. Я надеюсь, сейчас гейп пройдет вентиляцию. Все-таки преднамеренно он не шел вперед. Когда можно идти, да. Сейчас даже игра сама, все. Завершение уровня. Сохраняемся. Новый слот. А почему? А, это же второй диск уже. Точно. На втором диске, видать, надо новый слот создавать. Алло. Привет, привет. Ничего, алло. Пошло вот сохранение. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Пока-пока.